актера Омара Шарифа знали во всем мире. Арабский актер, которому удалось добиться успеха на родине, получить признание в Европе и стать своим в Голливуде, это единственный выходец из Египта, которого принял Голливуд. Он был не просто звездой, а настоящим принцем из восточных сказок. Султан-соблазнитель, так звали Омара Шарифа в 60-е годы в Америке. И зовут до сих пор, хотя та эпоха большого стиля, ярких судеб и благородных героев уже давно прошла. Омар возник в Голливуде словно из ниоткуда. Выплыл из душного марева пустыни в фильме Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» навстречу зрителю. И тут же покорил американскую публику особым, врожденным благородством и пронзительным взглядом темных глаз. А еще улыбкой, открытой и мальчишеской, с маленькой щербинкой между зубами. Принцы и шахи, графы и революционеры. На протяжении своей карьеры он переиграл немало сильных мира сего. Но в мире большого кино оставался все тем же загадочным гостем из жаркого Египта. Чужаком, который за озорной улыбкой прятал свое истинное лицо. Его без стеснения можно назвать одним из символов Египта, таких как сфинкс и пирамиды. За свою 83-летнюю биографию Омар Шариф сыграл на экране более полусотни ролей, перевоплощаясь в русских и в евреев, англичан и немцев. Для таланта этого актера практически не существовало границ и рамок. Номинация на «Оскар», две премии «Золотой глобус» и одна «Сезар» превратили его в гражданина мира и звезду мирового кинематографа. Мишель Дмитри Шальхуб родился 10 апреля 1932 года в городе Александрия в Египте. В богатой семье ливанского эмигранта Джозефа Шальхуба и египтянки Ливана палестинского происхождения Клары Шальхуб. Отец Мишеля был лесопромышленником, а мама берегла семейный очаг. В доме семьи всегда было много гостей. Гостем хлебосольного дома Шальхуб до момента своего свержения в начале 1950-х был египетский король Фарух. Мама Мишеля была в Каире не последним человеком. Она была знакома с королем и нередко играла с ним в карты. Фарух считал ее своим счастливым талисманом. В воспитании сына она придерживалась весьма оригинальных правил. «Когда мне было 10 лет, она часто приходила ко мне и начинала бить своей туфлей. Это продолжалось всякий раз, когда она бывала недовольна, пока мне не исполнилось 14. Мама была удивительной и сильной женщиной. Дожила до 1998 года. Мы были очень близки, несмотря ни на что. Я с детства усвоил, женщины сильны и очень опасны», рассказал Шариф в 2012 году британскому порталу The Independent. Мишель Шальхуб получил прекрасное образование. Он окончил престижный британский колледж Виктории в Александрии, владел английским, французским и итальянским языками. После этого поступил в Каирский университет. В вузе будущий артист изучал точные науки и в дальнейшем стал счастливым обладателем диплома. В качестве специализации он выбрал математику и физику. После получения диплома он начал работать в семейном бизнесе отца, однако вскоре предприятие обанкротилось из-за неудачных вложений. Именно в тот момент Мишель понял, что талант бизнесмена у него отсутствует, и в итоге решил связать свою судьбу с актерской деятельностью, поступив в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Вскоре друг семьи, режиссер Юсеф Шахин, предложил Мишелю попробовать себя в кино. Одной из первых его работ стала роль Ахмада в фильме «Борьба в долине». По какой-то неясной причине исполнительница главной роли Фатен Хамама категорически отказалась сниматься вместе со знаменитым египетским актером Шукри Сарханом. Актриса уже была известна в стране, и режиссер счел ее мнение очень важным. Он и предложил попробовать Мишеля Шальхуба. Его кандидатура не вызвала никаких возражений у Фатен, и группа приступила к съемкам. По сюжету картины детская дружба героев Мишеля и Фатен перерастает в любовь. Так случилось и на съемочной площадке. Между актерами вспыхнули настоящие чувства. Но Фатен уже была замужем за режиссером Эзель-Дином Зульфикаром и воспитывала дочь.
Мишель решил поговорить с мужем своей возлюбленной. Тот не стал возражать против развода, лишь поставил одно условие – Фаттен и дальше будет сниматься в его фильмах. Бывшие супруги расстались друзьями и сохранили хорошие отношения на всю жизнь. Родные актрисы, узнав о предстоящем замужестве Фаттен, потребовали, чтобы ее будущий муж принял ислам. Он был рожден и воспитан в мелькитской католической семье, но ради любимой был готов на все. Во время принятия ислама молодой актер получил новое имя – Омар Шариф, которое ему самому казалось более подходящим для карьеры в кино. Омар и Фаттен были очень счастливы. Они вместе снимались в кино, растили сына и надеялись прожить вместе всю жизнь. Но египетский кинематограф не мог похвастаться высокими бюджетами, поэтому семья знаменитых актеров жила довольно скромно. А потом Омару несказанно повезло. На него обратил внимание британский режиссер Дэвид Лин, который понял, что обаятельный египтянин идеально подходит на роль в его новом фильме «Лоуренс Аравийский». Конечно же, Шариф согласился. Съемки проходили в довольно жестких условиях пустыни, но Омара Шарифа больше угнетало не это. Он никогда так надолго не расставался с женой и сыном. Съемки же Лоуренса Аравийского длились 2 года, и все это время он находился далеко от дома и близких людей. Фильм сразу же после выхода на экраны стал настоящим хитом. О нем с восторгом отзывались зрители и хвалили критики. Актеры же мгновенно стали знамениты. На рядового египетского актера обрушилась поистине мировая слава. Картину номинировали на 10 Оскаров, и Лоуренс Аравийский победил в 7 номинациях. Правда, Омару Шарифу заветная статуэтка не досталась, зато он получил «Золотой глобус», а вместе с ним и массу предложений от известных режиссеров. Этот фильм принес актеру мировую известность и открыл дорогу в мир большого кино. В 1977 году в своей автобиографии «Вечный мужчина» Шариф дал себе такую характеристику – он – любимец женщин. Он оказался среди кинозвезд после выхода в свет фильма «Лоуренс Аравийский» и с тех пор вкушал плоды успеха в международном кинематографе. Режиссер Дэвид Лин приглашает актера на роль Юрия Живаго в фильме по роману Бориса Пастернака. Картина получила 5 Оскаров, а Шарифу вручили «Глобус». Как известно, роман Пастернака был запрещен в советское время. Такая же судьба постигла и экранизацию. «Доктор Живаго» был впервые издан в 1988 году, а картина появилась в прокате уже в России в 1994. Это вызвало вторую волну интереса к фильму со стороны критиков и киноведов, а популярность Омара Шарифа в нашей стране подскочила до небес. Египтянину довелось играть русских еще 2 раза. В 1974 году он исполнил роль Федора Свердлова в фильме «Финиковая косточка», а в 1987 году снялся в «Бесах» по Достоевскому. Кроме Дэвида Лина, актера стали приглашать другие известные голливудские режиссеры. Отдельного внимания заслуживает музыкальная комедия Уильяма Уайлера «Смешная девчонка». В главной роли дебютировала Барбара Стрейзанд. Шариф играл возлюбленного главной героини. Картина получила 7 номинаций на премию «Оскар», однако награда досталась только Стрейзанд. Омар Шариф постоянно снимался, редко виделся с семьей. В течение долгого времени артист метался между Америкой и Египтом. Он сыграл с Катрин Денёв в фильме «Майерлинг», затем стал партнером Грегори Пека в вестерне «Золото Маккены». И раз за разом в газетах и журналах стали появляться его фотографии с известными красотками. Шарифу приписывали множество романов, впрочем, он и сам не отрицал своей любви к прекрасному полу. Поклонницы заваливали актера признаниями в любви. Он получал чуть ли не 1000 писем в день. Конечно, это отнюдь не способствовало укреплению семьи, и в 1966 году
супруги поставили точку в отношениях, а официально расторгли брак лишь в 1974 году. По признанию актера, они расстались совершенно спокойно, и причиной развода стало отсутствие возможности жить вместе. Актер отпустил супругу, позволив ей найти счастье с другим мужчиной. Он забрал сына в Америку, как велит ислам. Фатан вышла замуж, а Омар Шариф признался, что она осталась единственной дорогой сердцу женщиной, заменить которую некем. Голливудский красавец так больше и не женился. Фатан много снималась в Египте, а Омар же строил карьеру в Европе и Америке. Впрочем, много позже он скажет о том, что слава так и не смогла избавить его от одиночества и сделать счастливым. В последующее десятилетие актер много снимался. Зимой 86 года артист принял участие в съемках голливудской мелодрамы под названием «Гарем». Фильм имел огромную популярность. В 2003 году актер посетил Венецианский фестиваль, где получил главную награду за неоценимый вклад в кинематограф всего мира. В этом же году он получил французскую премию «Сезар». За многолетнюю кинематографическую биографию египетский актер получил великое множество наград. Среди самых известных премий – медаль имени Сергея Эйзенштейна. Премию актеру вручило сообщество ЮНЕСКО. Оказалось, что голливудский артист египетского происхождения стал первым кинодеятелем, который удостоился столь почетной премии. Когда ролей стало меньше, а популярность явно ослабевала, Шариф полностью посвятил себя другим увлечениям. «Бридж и лошади» — еще две страсти артиста после кинематографа. «Я лучше буду играть в «Бридж», чем создавать плохие фильмы», — любил повторять он. Куда бы ни приезжал актер, обязательно шел в казино. Шариф великолепно играл, был настоящим профессионалом, написал несколько книг и статей о карточном «Бридже». Своему внешнему виду актер уделял огромное значение. У него не было собственной недвижимости. Во Франции он снимал номер в отеле «Рояль Мансо», а в Каире арендовал квартиру, но содержимое шкафов артиста отличалось вкусом и роскошью. Шариф одевался только от Джорджо Армани и никогда не изменял кутюрье при выборе костюмов. В последние годы жизни Шариф страдал болезнью Альцгеймера. Впервые о болезни, поразившей отца, рассказал испанским журналистам сын Шарифа Тарек. Сейчас сложно определить, на какой стадии болезнь, совершенно очевидно, что ему вряд ли станет легче. Омар Шариф путал названия фильмов и роли, не узнавал родных и друзей. Когда сын сообщил ему о смерти матери, он опечалился, но через два дня спросил, как поживает Фатан. Омар Шариф скончался в Каирском госпитале летом 2015 года. Ему было 83 года. Омар Шариф навсегда останется олицетворением истинного джентльмена, обладающего притягательным восточным шармом и безукоризненными манерами и стилем. Именно по такому герою мы порой тоскуем с грустью. А он грустил о тех временах, когда на экране царили романтические фильмы, в которых герои были благородны и эффектны, а героини – восторженны и прекрасны. Это была эпоха кино, с легкостью объединявшего север и юг, запад и восток, главными достоинствами которого являлись изысканность, интеллигентность и изящество, сегодня кажущиеся утерянными навсегда. Но иногда нам выпадает счастье, и мы присаживаемся у телеэкрана и вдруг видим фильмы со звездами прошлых лет, среди которых есть и арабские актеры. И их очарование и незабываемый акцент возвращают нас в тот мир, где Омар Шариф был и остается истинным королем. «Дело не в том, что я не хотел снова любить», — говорил Омар, — «но со мной этого не случилось. И я живу сегодняшним днем. В моем возрасте можно умереть в любой момент. Я хочу делать только то, что мне нравится. Жизнь — это смена эпизодов. И каждый из них — самый главный».